пришла очередная хреновина из Китая. Даже не буду ложить. Здесь пришел, я так думаю, червяки. Червяки на рыбалку. Силиконовые. Давайте посмотрим, так ли это. Ну, судя по сроку, может, скорее всего, они. А, да, точно они. Вот, смотрите. Пришла вот такая вот кучка вот таких вот червяков. Так. О! Ух, как воняют они. Те такие вот небольшие. Будем пробовать, как они вообще на них что-нибудь ловятся. Такие вот червяки. То есть, можно попробовать, например, я не помню, 30 штук тут их, по-моему. Можно попробовать, например, насаживать вместе с обычным червяком, то есть, чтобы была бы какая-нибудь видимость и большой пучок червей. А обычный червь будет для запаха. То есть, сейчас скоро осень, я думаю, что можно будет попробовать на них половить. Так что всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на группы в соцсетях. Всем спасибо, всем пока.